Цены на продукты стали выше. Здравствуйте. Вы смотрите «Вестник Северодвинска», в студии Сергей Курбан. В области обнародовали мониторинг роста цен. Подорожало мясо, молочные продукты, сахарный песок. Почти на 10% подорожало куриное яйцо. Подробности в первом видеоматериале. На молоко цены выросли до 2,8%. Подорожали и другие жизненно необходимые продукты питания. Региональное министерство агропромышленного комплекса и торговли провело мониторинг цен продовольственных товаров. Во-первых, я заметила, что сыр подорожал, колбаса подорожала. Да все подорожало. Невозможно жить. А пенсия та же. Заметил. Очень сильно подняли цены. А что мы хотим? Крым прибрали, кормить надо. Востоку помогать надо, Украине? Надо. На чьи плечи положить? На наши плечи. Больше ни на кого. Вы думаете, те, кто имеет капитал, раскинутся? Нет. Цены на бензин выросли. Народ у нас очень терпеливый, выносливый. Он не то еще вынесет. Отмечается рост стоимости свинины и говядины. Подорожали сметана, творог, сахарный песок. Их цена выросла от 0,6 до 2,8%. Почти на 10% подорожало куриное яйцо. Причины – рост цен на комбикорма и зерно, снижение яйценосности птицы с наступлением холодов. Наша птицефабрика была под боком уничтожена. Думаете, мало таких птицефабрик пострадало? Очень много. Сельское хозяйство в России приведено в упадок. Это ложь, что у нас оно поднято. В царский период времени Россия кормила весь мир зерном. На 7% подорожала гречневая крупа. Традиционно в это время года дорожают овощи, картофель, капуста, лук и морковь до 15%. А вот цены на хлеб и хлебобулочные изделия остались неизменными. Снизилась стоимость куриного мяса, замороженной рыбы, сливочного и подсолнечного масла, соли, яблок и риса.